Кошачья жопа! Куда мне смотреть? Что делать? Куда смотреть? Слава богу. Я почти в нее заглянул. Выглядит как старое очко доски для дартса. Как Майклу Джексону могло такое нравиться? Хорошо, никого дома. Пора пойти и... О, привет. Слушай, я просто вниз иду. Мне не нужны проблемы. Чудненько, вот и поговорили. Не могу понять, что ты собираешься сделать. О, боже. Да ты реально ссыкон. Стой, стой, погоди. Ты что, можешь говорить? Да, все кошки могут говорить. Мы просто не хотим отвечать. Никому. Никогда. Так вы нарочно такие ублюдки? Да, это забавно. Люди мазохисты. Ты бы видел, сколько они мне игрушек купили. Ни с одной не играла. Я просто сижу в коробке. Я знал, что тебе плевать на эту семью и Мэг. И чё? Чё? Питомцы должны любить свою семью. Кошки не питомцы. Люди питомцы. А у меня большие планы на Мэг. Да? А я тебя разоблачу. Так мило. Ты думаешь, что ты все еще их любимец. Тебя заменили, старичок. Я все еще пес этой семьи. Я не уступлю какой-то драной кошке. Судьба шепчет псу. Ты не выстоишь, шторм. Пес отвечает, я... Пес отвечает, я... Я... Лучшие враги. Смешные кот и собака, стопроцентный ржач лол. Я бы сказала, что это лучший способ провести вечер пятницы. Я оставлю комментарий. Здравствуйте, это доставка. У меня заказ мороженого на $170. Промокод «Одинокая». Стюи, нужно поговорить. Да, что случилось, мы тут читали. Кисонька. О ней я и хотел поговорить. Она всем лжет. Ты знал, что она может говорить? Да. Мы только что обсуждали китайскую книгу о Мэо. Мяу! Ты права, ты права. Прости. Нет, в смысле, она реально умеет говорить. Она сказала мне, что использует семью для какого-то плана. Брайан, ты опять смотрел видео про плоскую землю? Они делают тебя недоверчивым. Стюи, я серьезно. На самом деле есть не полностью тупые теории плоской земли. Слушай, давай не сейчас. Мы очень увлеклись книгой о Мэо. Мяу. Прости, уходи, Брайан. Ты мешаешь.